Миллиардный транш, который Украина так ждет от МВФ, возможно, уже не за горами. В фонде заверили, что откладывать рассмотрение этого вопроса не будут. Кроме этого, в МВФ заверяют, что в переговорном процессе достигли прогресса, а все болевые точки будут пройдены в ближайшее время. Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что фонд якобы откладывает переговоры с Украиной о предоставлении третьего транша из-за слухов о возможной отставке главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.